В Алматинской области восстановят еще одно предприятие по производству сахара. К капитальному ремонту Аксузского сахарного завода, который простаивал около 10 лет, приступят уже в ближайшие месяцы, а сдать его планируют к сентябрю будущего года. Реанимировать объект будут в рамках государственно-частного партнерства. В реконструкции примут участие российская и украинская компании. Восстановление некогда крупнейшего сахарного завода страны обойдется областной казне и инвесторам почти 8 миллиардов тенге. Но, по мнению специалистов, затраты того стоят. Успешная реализация проекта не только создаст сотни новых рабочих мест, но и будет способствовать развитию свекловодства. Для сравнения, его мощность в два раза больше запущенного в прошлом году Коксузского завода. В целом, до 2020 года Алматинская область намерена увеличить посевные площади сахарной свеклы до 13 тысяч гектаров. Перерабатывать сладкий корень будут 3 завода в Коксузском, Ескельдинском и Аксузском районах. Это позволит снизить долю импорта белого сахара с 90 до 30%. Определены некоторые, значит, подрядные организации, которые произведут, значит, технический аудит на Аксуйском сахарном заводе. Вот. Затем, значит, проведут, значит, проектно-сметную документацию, разработают. После этого, значит, приступят, значит, непосредственно к строительно-монтажным работам, к переоборудованию, реконструкции завода.